Ну, если честно, как бы сезон у меня в Нью-Джерси тогда уже, ну, не сильно хорошо сложился, и мы с агентом обсуждали это долго, и после сезона мы уже знали, ну, что 100% мы в Нью-Джерси не останемся. И поэтому мы просто ждали, ну, когда там начнутся все, не знаю, эти продвижения насчет обменов, разговоры, как бы, и когда вот уже агент мне позвонил в 3 часа ночи или во сколько по белорусскому времени, что появился вариант с Калгари, и, ну, он сказал просто, будь уже готов к обмену, и, не знаю, буквально после его звонка, спустя час мне позвонил генеральный менеджер Нью-Джерси и сказал, что, ну, так-то, так-то, желаю всего лучшего, ну, наилучшего, спасибо за все, что, ну, вы сделали с семьей в Нью-Джерси, и только ты обменен уже в Калгари. Ну, если честно, ну, когда уже обмен произошел, конечно, супруга сразу посмотрела погоду, потому что все знают, что в Калгари очень холодно. Ну, а так, как бы, я думаю, ну, мы так и так настраивались, как бы, на обмен. И из-за этого, как бы, ничего не расстроились, нет, а как бы только рады, потому что все равно хотелось что-то уже поменять, потому что, повторюсь, что прошлый сезон, ну, перед обменом не сложился, ну, как бы, плохо сложился для меня, и из-за этого хотелось что-то сразу поменять. И в Калгари, по словам, ну, агента, он сразу говорил, что они на меня рассчитывают и, ну, дадут сразу шанс и на лидерских позициях сыграть. И плюс, когда я уже сразу обменивался, контракт уже был, можно сказать, готов. Честно сказать, город, ну, нам с супругой больше нравится, чем Нью-Джерси, потому что Нью-Джерси, ну, Ньюарк, где вот именно арена, там, конечно, такой, ну, стрёмный город. Там реально ты туда не поедешь даже гулять или куда-то, или что-то делать, потому что, ну, там после 5 часов, ну, опасно выходить на улицу. А в Калгари это более такой семейный город, и самый большой плюс, что можно даже, ну, с ребенком, ты просто вышел с дома, пошел гулять. А в Нью-Джерси всегда надо было выезжать, ну, на машине в парк, тоже там минут 20 еще ехать или куда-то еще. А в Калгари ты можешь сразу пойти прогуляться, там у нас 3 или 4 парка сразу рядом с домом. А организации, не знаю, ну, в НХЛ, как бы, все организации стараются быть на высшем уровне, и, как бы, про Калгари ничего плохого не скажу, потому что там, ну, генеральный сейчас, как бы, очень усердно работает, чтобы хоккеистам там очень нравилось, и тем более спустя, не знаю, может, 4-5 лет будет уже новая арена, которая там вообще супер-мега будет. Ну, на самом деле, там как бы не сильно холодно было, только холодно было, наверное, вот день перед игрой, когда у нас была тренировка там в 7 часов вечера, что-то такое, и там вот было тогда, ну, прохладно. Но на следующий день, когда уже была именно игра, тогда и солнце было, и как бы было чуть теплее, так что, ну, не замерзли, нормально. Но было, наверное, только холоднее. Вот жена рассказывала, когда я на трибунах сидела, ну, и с малышом, там, конечно, было чуть прохладно, потому что и ветер был сильнее. А так, как бы, нормально. Не, я хочу сказать, это реально классные эмоции сыграть под открытым небом, тем более, ну, в Америке, в Канаде, там футбольные арены эти, ну, очень большие, там, конечно, ну, в Эдмонтоне она не сильно большая была, вот я скажу, ну, повторюсь, там было 40-45 тысяч зрителей, наверное. Вот даже сравнить, в этом году был Winter Classic или Stadium Classic Series, там, вот Нью-Джерси против Филадельфии играли, или, да, вроде бы, вот там у них арена было там 80 тысяч, и там, конечно, вообще, наверное, атмосфера была, ну, не знаю, классная. Ну, в Эдмонтоне тоже, конечно, и там, знаете, это же дерби, получается, Эдмонтон всегда против Калгари, и, конечно, эмоции незабываемые, потому что и наших зрителей очень много, и Эдмонтона там, конечно, прикольно. Ну да, начало сезона, на самом деле, было не сильно, как бы, удачное, потому что, как бы, мне тренера и сразу дали, как бы, в топ-6 звеньев играть, но что-то все равно не получалось. Может, ну, знаете, все-таки новая организация,
как бы новая тактика, все новое, и из-за этого было, конечно, чуть тяжело перестроиться, когда ты уже 5 лет провел в одной организации, там, не знаю, 3 года играешь по одной системе, и сейчас все новое, и, конечно, понадобилось время чуть, ну, привыкнуть к этому всему, и думаю, после этого уже нормально все пошло. Ой, если честно, как бы мы, ну, хороший был сезон, на самом деле, как бы, ну, где-то мы играли, не знаю, вот был период, там, например, мы могли там выиграть 4 игры подряд, 1 проиграть, там, 3 игры выиграть, как бы, как говорится, up and down, не знаю, как бы, такие горки были, потому что один промежуток хорошо, другой промежуток мы там можем проиграть, потом 4 игры или 5 подряд, и из-за этого мы сразу выпадаем из зоны плей-оффа, и даже взять перед дедлайном, когда мы хорошо шли, там у нас оставалось, не знаю, 2-4 очка до зоны плей-офф, и потом вот после дедлайна нам чего-то вот всегда не хватало, мы могли там проиграть, ну, опять же, 3 игры, 4 игры, и сразу вот, конечно, отставание растет, ну, очень быстро, потому что все вот команды, которые боролись за вот это вот, за этих 2 места, там, Нэшвилл, мы, Сиэтл, наверное, вот эти вот команды, и Лос-Анджелес, они тоже, получается, выигрывали, и вот мы там, у нас была серия из 5 побед, у нашего там было из 7 побед, как бы, и все эти команды выигрывали, и после этих серий, как бы, вот, потом у нас чуть неудачно пошла, я вот думаю, в этот промежуток нам чего-то, ну, как бы, не хватило. Стабильности. Ну, да, вот я думаю, что все-таки стабильности вот нам не хватило в этом сезоне. Мы давали пару шансов в этом сезоне, и я считаю, он заслуженно их, ну, заслужил, как бы, эти шансы. И даже когда ему давали играть, он, как бы, показывал хорошую игру. Но я думаю, все равно конкуренция очень большая в этом году была по защитникам, потому что и на том же дедлайне у нас был, ну, взяли много защитников. Из-за этого, конечно, ему чуть тяжелее было пробиться. Но я уверен, что в следующем году, во-первых, ему надо еще подписать контракт. Я думаю, он подпишет контракт в Калгари. И я думаю, его видят в этой системе, чтобы еще в следующем сезоне еще больше давать шансов. И я думаю, у него, ну, как бы, есть все возможности, чтобы заиграть в КНХЛ, в основной команде. Но все равно ты вначале, как бы, никогда не думаешь о рекорде. Ты просто играешь и стараешься всегда помогать команде, ну, своими набранными очками, чтобы команда выигрывала. Ну, а после, там, когда у меня уже там 28 или 29 голов, конечно, там и пацаны начинают подтягивать, что там вот тебе один там гол остался забить и до 30, как бы, и чтобы рекорд белорусский побить. Но они, конечно, все равно еще всегда подкалывают, потому что ты там, когда побиваешь, ну, бьешь какой-то рекорд или, ну, там, я не знаю, забиваешь какой-то победный гол, ты там должен на следующую игру поставить, ну, деньги на борт. И они поэтому в любом случае каждый день об этом напоминали. Ну, если честно, да, наверное, потому что все равно, когда там остается 1 гол или 1 очко набрать, где-то даже там, может, даже удача всегда, ну, часто отвернуться, там, не знаю, то штанг много, то перекладина, не знаю, то в пустые ворота там не забить. И из-за этого, конечно, чуть есть давление, но все равно стараешься об этом не думать, но как-то все равно чуть-чуть, но в голове это откладывается. Но хорошо, что все хорошо закончилось. Просто игра, когда я побил рекорд, мы играли опять же с Эдмонтоном, когда у нас идет это дерби альбертовское. И мы там, конечно, проиграли игру, из-за этого, как бы, вроде бы и радостно чуть, но в итоге мы такую важную, можно сказать, игру проиграли, и из-за этого все равно до конца радости, ну, не было. И поэтому сразу ребята, конечно, не поздравили, но на следующий день, когда у нас было собрание командное, и главный тренер сразу, ну, высказался, что там ты в начале сезона, ну, играл там третье-четвертое звено, немного игрового времени, но ты доказывал своей игрой, что ты достоин играть в первых звеньях, и в итоге ты забил 30 голов и побил белорусский рекорд, так что
Ну и ребята тоже каждый день, ну вот на следующий день все сразу поздравили. Организация там вообще хорошо к этому относится, сразу после игры забирают, ну, шайбу эту подписанную на ленте, и там буквально через неделю-две сразу присылают, ну, ставите на место рамку, где там уже написано все. Ну, еще я ж первый раз тоже до 30 голов дошел, там написано «Поздравляем с достижением 30 голов и с побитием белорусского рекорда по шайбам». Да, ну, мы с Мишей просто хорошо общаемся, и еще, ну, с давних времен, когда я еще переехал в Америку, мой первый год, он сразу мне позвонил, написал, что можешь обращаться по любым вопросам, и часто смотрел мои игры, ну, часто мы созванивались, мы обсуждали игры, он всегда подсказывал, ну, и после, в ковидный год, он был тренером в «Динамо Минск», там мы, ну, тоже вместе поработали, и после того, ну, когда я уже уехал в НХЛ, ну, всегда держали связь друг с другом, и как бы в Торонто мы, ну, когда мы всегда играем, тоже всегда на ужин пойдем. Но вот этот сезон мы всегда были на связи, ну, там созванивались часто, на игры приходил. А когда, получается, рекорд побил, он, наверное, спустя только недели две набрал. Ну, он как бы всегда поздравлял с хорошей игрой, ну, я же повторюсь, мы всегда были на связи. Ну, я решил просто в шутку сказать, что Миша на следующий день не позвонил мне, не поздравил. И в итоге он, не знаю, может, обиделся все равно. Но как бы, а так у нас все равно хорошие отношения с ним. Так что это, можно сказать, просто шутка слишком далеко зашла. Всегда, знаешь, приятно послушать его, ну, те же какие-то моменты, которые он заметил в игре, может подсказать. И тем более он уже, ну, тоже много игр отыграл в НХЛ и много, ну, очков набрал. Тем более в Торонто он там вообще, ну, может, феерил как бы. И так что его всегда приятно послушать и нормально реагировать можно на его замечания. Не, ну тот год, ну, особенно в КХЛ, он, конечно, очень сильно повлиял, я думаю, потому что Крейг, что Миша, они очень, ну, сильно помогали в «Динамо». И вот в чем очень много добавило тогда в «Динамо» — это вот уверенность, потому что когда тренерский штаб тебе сильно доверяет, у тебя, конечно, сразу в игре может много получаться, потому что там часто, когда ты, ну, новичок, даже вот мой первый год в АХЛ, там, ты можешь совершить две ошибки, и ты, ну, и тебя могут посадить там, ну, не знаю, на смену две-три, сразу, конечно, уверенность, ну, падает. А в КХЛ, как бы, вот, Крейг всегда доверял мне, и я там, даже игра может не идти, но за счет уверенности ты там все равно, ну, можешь забить даже тот же гол, но и тебя Крейг, ну, как бы, не посадит. И из-за этого, как бы, я думаю, вот, добавилось много уверенности, и после этого я уже, ну, когда Нью-Джерси позвонила и вызвала меня в основной лагерь, я уже поехал уверенным и подготовленным хоккеистом в НХЛ, и там, ну, мне дали шанс как бы закрепиться, и все сложилось как бы идеально. Самый большой плюс, нам там создавали и условия, и тренерский штаб, вот Сергей Белов был, Орленко, они, ну, хорошо к нам всегда относились, и тренировочный процесс всегда хорошо выставляли. Ну и самый большой плюс, там, это, повторюсь, это условия, потому что вот даже взять, ну, меня, как бы, когда ты не сильно из богатой семьи, когда там все и выдают и клюшки, и формы, это, конечно, сразу легче и родителям, и, ну, из-за этого, конечно, большой плюс, что эту команду создали для нас, и как бы мы потом еще, ну, потом уже началась сборная U18, мы там сыграли чемпионат мира дома, выиграли его, и после этого уже мы переехали на Чижовку, мы же были на Чижовке, базировались, U20, но там уже был другой тренерский штаб, это Файков, с Файковым мы работали, но тоже все равно, знаете, когда тебе 17-18 лет, и ты играешь по экстралиге, это тоже дает тебе и, как бы, уверенности, и ты всегда добавляешь, когда ты играешь против более, не знаю, мастеровитых и более взрослых игроков. И после этого
уже был Дэйв Льюис в национальной команде, когда они с Файковым всегда были тоже на связи, и Файков где-то тоже, получается, рекомендовал хоккеистов для национальной сборной, чтобы давали какой-то шанс, где-то подпускали. Как-то вот сложилось, даже вот Дэйв Льюис дал большой шанс, чтобы сыграть на чемпионате мира, и я считаю, это, ну, хорошая система была. Но на самом деле приоритеты как бы все равно всегда были, как бы даже до сына, больше семейных, как бы, ну, как бы вот больше с супругой, вот даже по возможности проводить время, когда те же выходные. А когда Кристин появился, так вообще, ну, как бы, вот всегда дома, всегда вот, особенно вот этот месяц, когда после сезона, ну, вот мы с супругой просто рядом, потому что, ну, в сезоне в Калгари еще больше, как бы, летать, и из-за этого еще больше выездов получается, как бы, из-за этого, ну, не знаю, очень тяжело даже, вот, когда он особенно уже подрастает, уезжать, когда он там смотрит тебе в окошко, машет, я не знаю, это вообще трогательно очень. Но все равно, вот, как бы, вот жизнь, ну, началась крутиться просто вокруг сына. Не знаю, цель это все равно с каждым годом еще прогрессировать и прогрессировать, чтобы, знаете, вот как многие добиваются вот одной цели, даже вот, ну, взять тоже, может, рекорд белорусский, и после этого можно остановиться. Но этого никогда не хочется, и хочется с каждым годом всегда добавлять и добавлять, чтобы расти как хоккеист, ну, как личность, и из-за этого просто нужно работать и работать еще. Но мечта, не знаю, чтобы сын хороший вырос. Но Лего, я не знаю, еще с самого детства люблю Лего. Ну, родители всегда покупали Лего домой, и это просто, ну, не знаю, очень интересно собирать его. А сейчас, особенно когда появились такие большие сеты, вот как Эльфовая башня, там Титаник, где там 11 тысяч деталей, ты сидишь. Ну, я больше еще люблю даже собирать день игры, там, вот, там, когда есть свободное время, там, час, когда делать нечего, ты пошел, начал собирать Лего, ты как-то головой отвлекаешься, отдыхаешь. И тем более всегда, когда ты начинаешь собирать уже этот сет, ты даже не можешь остановиться, потому что хочется уже посмотреть, что получится в итоге. И, не знаю, любовь к Лего всегда была, и, ну, супруга ругается, конечно, если честно. Потому что иногда бывает, ты не замечаешь, как там время летит, когда ты собираешь тоже вот Эльфовую башню, вообще, ну, много времени ушло. Там уже час сидишь, но ты этого не замечаешь, и супруга уже там ругается. Там. Потому что иногда, ну, ты и так на выезды выезжаешь, еще и ребенок, и еще и Лего, как бы. Ну, а хобби такого, как бы, еще, наверное, нет. Ну, компьютерные игры все равно. Ну, я больше на выезде, вот, только могу поиграть в компьютеры дома. Выгонят из дома, если буду играть. Даже, не знаю, в этом году вот отпуск получился просто дома. Не знаю, каждый день гости, родственники, то мои родители, то Дашины родители, бабушки. Как бы, вот честно, в этом году просто вот месяц мы взяли и вот были просто дома, ну, с сыном. Выезжать, гулять, а так, ну, скоро полетим, решили слетать на Мальдивы, но я уже начал тренироваться все равно, и поэтому там уже будет все равно тренировочный процесс в зале, ну, как бы, отпуск уже прошел. Голевое чутье, бросок и трудолюбие.